мое мнение по поводу сегодняшнего мероприятия. Спрашивай. Что ты сейчас чувствуешь в данный момент? Я чувствую... Русская сила все здесь изменила. Славы нашим предкам скажем мы спасибо! Собрались мы внутрь. Сейчас администратор проверит наши билеты. Сколько ты занимался вот так вот, чтобы профессионально голосом, дыханием работать, вот именно в микрофон? Сколько времени на это ушло? Микрофон? Микрофон сравнительно недавно, наверное, как с Чендлером связался. А, то есть, ну, а когда ты вообще начал этим заниматься? Потому что очень качественно, если честно. Да, спасибо. Да как-то с детства, но само собой, там, любая песня, что-то такое. Вот, каждую песню под это, подбивал. Под звуком. А потом оказалось, то, что это битбокс, ну, есть такая штука. Сравнимо с барабанами, если честно. Спасибо, стараемся, да. Проделать. Подбитбоксить? Сейчас, секунду, сейчас. Пробарабанить. Можно, да? Да. Самые банальные такие же вопросы. То есть, хорошо. Ты являешься официальным участником Чендлеров или всего лишь как по дружбе с Мирославом? То есть он приглашает тебя, что как бы, ну, единая история, единое целое. Но вы должны понимать, спасибо за вопрос, вы должны понимать, что все-таки Чендлеры — это детище Мирослава Сергеевича, где он является фронтменом, он его создал, подбирал состав, подбирал музыкантов, они постоянно репетировались, он весь в этом процессе находится. Я приглашенные, да, к Казе. Наемный, так уж сказать. Ну да, я так, грубо говоря, прийти, проконтролировать, чем они занимаются, все-таки задать им какое-то направление для их развития вообще будущего. Вообще вот в своей текущей, как так сказать, ипостаси ты вообще занимаешься каким-то творчеством или чем-то, или только... Конечно, все мое самое главное творчество – это, собственно говоря, искать подходы как можно более качественно, вдохновенно, эмоционально дарить моей жене радость. Супер. Спасибо за интервью. Всегда рад, особенно на политические вопросы, ответить в любую слово. На политические? Да. Ну, задавай, что хочешь. Мы не... Не политики? Мы музыкальная станция, музыкальные блогеры, которые освещают события. Хой, жив. То есть мы не лезем в политику, это не наша тема. Сколько ты в группе? 2.5 или 3 года. То есть ты как связались с Мирославом Сергеевичем и сразу стала петь? Хорошо. Спасибо, Денис, как обычно. Твои прекрасные комментарии лестные человеку. Спасибо тебе. А сколько ты уже занимаешься на саксофоне? То есть по... Он вообще не занимается. Я не занимаюсь, да. Я просто играю. Ну, на самом деле, с 2000 года. 2000.
Что ты сейчас чувствуешь в данный момент? Я чувствую большую радость, то, что пришли люди на мой концерт, пришли меня поздравить, пришли послушать моих музыкантов. Мы долго к этому шли, на самом деле, к такому огромному большому концерту. Сейчас. Сколько тебе исполнилось? Мне исполнилось 36, это два раза по 18. Круто. Всем слушателям радио «Два берега» передаю большой привет. Вообще, я очень люблю кофе. Конечно, настоящим кофе это не особо назовешь, но дело в том, что туда добавляется довольно большая концентрация сахара, особенно если это какой-нибудь ванильный капучино или еще что-нибудь. В общем, без рекламы, но ну, понравится, если попробуете. Мое мнение по поводу сегодняшнего мероприятия, конечно, классно. Честно говоря, я, наверное, и не помню, когда вживую слышал все песни, которые есть на сборнике от радиостанции «Два берега» и лейбла «Вечное лето», на котором издался Мирослав Волков и группа «Чендлеры». Сегодня мне удалось вживую все это послушать и проникнуться всей этой музыкальной композицией. В общем, все было классно, друзья. В общем, с вами был Александр Митягин. Что сказал, что-то наплел. В общем, всем пока. Березники, столица. Рок-н-ролл жив. Увидимся, услышимся. И все будет рок-н-ролл.